никого нету. Есть петух! 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 Согласитесь, самые искренние эмоции. Многие из этих ребят в зоопарке впервые. Некоторые приезжали сюда пару месяцев назад, но впечатления все равно незабываемые, как, например, у семьи Баклановых. В прошлый раз мы были, лил дождь, но мы, несмотря на дождь, ходили. Но животные, к сожалению, прятались в домике, поэтому сегодня они прям в восторге. Что тебе понравилось, расскажи. Все. В Белгороде они с конца февраля. Светлана забрала дочь, двоих племянниц и уехала из Луганской Народной Республики, подальше от постоянных обстрелов ВСУ. Просто было, ну, очень страшно. Даже такого в 2014 году как бы было, но не настолько сильно, как вот в этом году. И мы не сразу смогли выехать, потому что стреляли, сирены. Сейчас все это позади, а отвлечься помогают в том числе такие увлекательные прогулки. Получается, они с домиком выходят гулять. Страусеночек. Иди сюда. Иди к нам. Иди. Это радость, это положительные эмоции. И, конечно же, в будущем эта положительная эмоция оставит в душе только свет. И она позволит немножко, наверное, по-другому взглянуть на этот мир с точки зрения добра, с точки зрения радости. Медведи, рыси, песцы. В восторге от животных в первую очередь, конечно же, детям. Видели птиц радужных, змей, хамелеона, черепах. И крокодила. Это мне больше всего понравилось. И таких счастливых лиц сегодня было много. На прогулке в зоопарке побывали около 100 человек из ЛДНР. Владислава Витковская, Дмитрий Коваленко. Такой день на Мире Белогорья.